В Нигерии возобновлена публикация результатов голосования на всеобщих выборах. Центр избирком в воскресенье успел раскрыть только данные по одному штату, после чего публикация была приостановлена. Сторонники оппозиции заявляют о фальсификациях, нарушениях и насилии на избирательных участках. They want to make sure they suppress others from voting. This is unfair. This is madness. This is not civilization. This is what they call criminality and corruption of the highest order. When you have to disenfranchise mass majority of people from voting, this is not good. This should not be accepted in any civilized society. Сообщения о нападении на избирательный участок поступали из Лагоса, крупнейшего города Африки. Как отмечает AP, после стрельбы урны с бюллетенями были опрокинуты, а участок разгромлен. В Нигерии проходят одновременно президентские, парламентские и губернаторские выборы. По итогам голосования должен быть объявлен преемник действующего главы государства Мухаммаду Бухари, который покидает свой пост после двух сроков.